Владелец участка добровольно выполняет решение межведомственной комиссии. Идет демонтаж плитки. Уже в ближайшие дни на этом месте вновь появится газон. Не исключено, что для виноградной лозы, которая выросла на несколько лет, предусмотрят специальную легкую конструкцию. Элементы ландшафтного дизайна допустимы, но вести торговлю, оказывать услуги и вести иную коммерческую деятельность здесь запрещено. Плитка останется только на тротуаре, шириной около метра или чуть более, а также на проезде для автомобилей шириной порядка 2,5 метров. Управление муниципального контроля администрации муниципального образования города курорт Анапа выявил факт, что на муниципальной территории в свое время был установлен объект коммерческого назначения, то есть здесь была столовая. Значит, по решению межведомственной комиссии администрации муниципального образования, значит, принято решение о демонтаже данного коммерческого объекта. Сегодня идет демонтаж плитки тротуарной, на месте которой будет, согласно генплана города курорт Анапа, будет восстановление газонной части.